Всем привет, ребят, я снова на работе. И здесь вот был какой-то выброс. Здесь вот видно баклажаны, грибочки, зелени много. А что, такая зелень. Потом где-то хлеб тут еще и видел. Вот, судя по всему, вот смотрите, кабачки здесь какие-то, две штуки. А, вот он хлеб. Ну, если тут покопать, ой, может где-то еще что-то будет. Картофанчик есть немного. И, как видно, уже перекопали все. Вот. Там больше ничего не видно. Нет. Я просто сейчас от дома для ребят далековато, так бы я вот эти штучки взял. Доехал до следующей мусорки. Здесь, смотрите, у нас сколько морковки. Так, здесь морковку, там дальше что-то еще есть. Вот там вот огурцы, помидоры вижу. Но... Так, вот здесь что-то... А, тоже морковка. Да, тоже вот морковка. Но всего остального уже не вижу. Сейчас вот в мусоре поковырялся. Есть вот такой ангелочек. Ну, вроде цель. А, нет, крыла у него нету. Простая. Вот такая вот киска. Ну, что-то вот гремит там. Ну, не вижу. Какая-то мелочевочка гремит. Ну, заберем. Да, вот тут крышечку. Откроем, глянем. Так, что тут еще? А, вот в этой коробочке. Ну, вот эта плойка или что это. Но брать не будем, потому что она какая-то уставшая. Бубелис. А вот в этой коробочке какие-то два приборчика. Ну вот один вот от этой коробочки. Так, это вот такой вот какой-то непонятный телефон что-то. И вот тут второй какой-то. Ну это от самой коробочки. GPS что ли какой-то. Ну заберем, дома глянем. Какая-то обувка попалась. Кстати, вот баночку я открыл, там всего рублей 12. О, откуда-то посыпалось уже. Рублей 12-13 было. Ботиночки увидел, смотрите какие. Ну, выглядят вообще как шикарно, да? Они у нас еще замшевые какие-то, модные Ингландия. Короче, вот такие вот чоботы, но эти, я думаю, можно взять. Да, смотрите, если их в божеский вид привести, будут нормальные чоботы. Вот такие еще есть. Они тоже катвалк. Ну, тоже 39-й, тоже наподобие замши. Ну, я не знаю, тоже, наверное, возьму. Ну, а что, прикольные такие. И вот здесь еще один мешок достал. Ну, это я сейчас с мусорки достал. Здесь вот, по-моему, тоже какая-то обувка есть. Или только вешалки одни. Ну, сейчас я тут покопаюсь. Нет, ну, как бы вот тут есть. Но эти вообще уставшие уже. Посмотрим, что тут еще есть. Ничего интересного там не попалось. Ну, смотрите, вот такая вот зеленая. Ну, у бабушки. Ну, там много вещей там всяких было. И тут вот такое вот кожаное белое пальтишко. Ну, такое, я думаю, стоит взять. Оно у нас в нормальном состоянии. Сейчас попробуем глянуть. Вот, Savio Collection 8XL. Ну, кожаная вроде. Давайте его заберем. Состояние у него хорошее. Тут вот женщина сейчас обувку вынесла. Ну, вот эту уже явно подуставшая видно. Подтертая. Вот Такарди. Это у нас Такарди. Вот здесь вот, смотрю, тоже. Мне она не очень нравится. Вот эта Такарди. Это у нас 38-й, по-моему. Так, где тут второй? Вот он второй, видите? Спереди тут немножко. Ну, как бы вот здесь вот с крышку поставлю. Ну, там еще он тряпки ходит. Так, это тоже здесь. Я вот просто вот эти вот сейчас посмотрел. Это у нас Кеннел, Шеннингтон какой-то. Ну, вот эти вот, в принципе, такие целенькие. Размерчик пока не знаю. Тоже 38. Ну, как бы возьмем. Вот прикольные такие чешки. Ну, вот эти вот забираю.
Для тех, кто хочет со мной связаться, вот моя главная страничка, это YouTube, да? Ну, как бы вот, мое видео, вы его посмотрели. И вот здесь вот кнопочка видно, написано еще, нажимаем эту кнопочку. Магазин от мусорщика ВК, нажимаем на ссылочку. И вы переходите, так, вот вы переходите в мой магазин. Вот тут как бы все товары, вот они, пожалуйста. Ну, тут как бы не все, но все равно есть. Так, это выключаем. Далее идем. Вот она еще ссылочка. Мои продажи на Авито. Нажимаем на ссылочку. Переходим на Авито. Так, ну это товар, ладно, уже продан. Но. И далее вы можете посмотреть. Вот, нажимаем на сам Николай. И тут вот, пожалуйста, все товары. Листаем, смотрим. Все. Всем, кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии. Ну и обязательно подписываемся. До свидания. Немного офисной еды, но что-то сегодня вообще мало. Что тут, супчик. Так, пироженка, слойка какая-то. Там макарошки. Вот макарошки, кстати, по-флотски макарошки можно взять. Так, это что? Большой запеченный картофель с розмарином. Так, ну не знаю, сейчас глянем. Так, вот что-то пирожное суфле в шоколаде. Вот еще одно суфле какое-то. Да, такое же. Так. Так, ну это у нас, судя по всему, супчик. О, еще пироженка какая-то тут. Ну, уже что-то помятано. Так, и тут у нас тоже макарошки какие-то. Ну, как бы я не знаю. Не, ну эти я уже брать не буду. Ну вот я вот эти три баночки возьму. Да и хватит. Это тоже оставлю. Пришел я домой, и первое, что я сделал, я сейчас перекушу тут. Это вот с чаем. И вот тут что-то картошечка какая-то. Розмарин. Ну не знаю, сейчас попробуем что-нибудь такое. Вот это, наверное, повкуснее. И по Ютубу, ребят, вот многие спрашивают, да, как бы вот платят сейчас мало, да? Ну, суть не в этом. Как бы вот он канал, он как бы еще и рабочий, пока не отключили. А, кому интересно, вот у меня еще есть Дзен. Уже 5.29 подписчиков, то есть прибавляется. И вчера вот загрузил вот этот, Рутуб. Ну, что-то вот со вчерашнего дня видео ни одно еще не грузится. Не знаю. Ну, на вот эти два канала... Я оставлю ссылочку под, то есть вот нажмем под моим видео. Так, сейчас попробуем. Вот мое видео, допустим, да, как оно тут работает. И вот первым комментарием я оставлю свои ссылочки на Дзен и на вот этот Рутуб. Можете заходить туда, и буду выставлять там видео тоже. Сейчас вот утром вышел с Тёмиком погулять. И вот здесь, смотрите, уже тарелочки поставили. Так, поди сюда. Так, ну вот эти я не знаю, более-менее интересные. Вот эти вот не знаю, что это такое. Так, ну, знакомые что-то. И тоже как бы... куда пошел? Я вот думаю, вот эти вот маленькие, если что, взять. Они у нас ГДРовские, вроде как. Если только вот... что-то таракашки, по-моему. Так, вот тут еще какие-то. Тоже, по-моему, ГДР. Не знаю. Ну, как бы их тут нормально. Надо только это как-то аккуратненько взять теперь. Потому что с собакой тут еще. Да, вот таких вот тут много. Рига. Так, ты можешь не тянуть. Не знаю, сейчас глянем. Если возьму, то возьму. Поковырял сейчас тут немного в мусорке. Смотрите, здесь вот такие вот кружки. Но они все одинаковые. Я, кстати, вот дома сейчас из такой вот пью кофе. Но это мы их оставим, брать не буду.
два кусочка мыла. Мыло как бы туалетное и туалетное. Мыло можно взять. Так, что тут еще? Смотрите, вот две вот такие вот заколочки, две упаковочки. Вот это вот. А, блок для ролика. Крупа. Ну, гречка тут чуть-чуть, осталось брать не будем. Макарошки тоже тут какой-то пакет уже вскрытый, брать не будем. И вот рис. Рис, конечно, заберем. Ну, больше тут ничего не откопал. Немного из косметики попалось. Но тут что-то уже упало. Ну, там уже машина едет. Вовремя я тут. Так, ну это крем. Не знаю, тут там есть или нету. Это у нас салфетки для ногтей. Наверное, это тоже что-то для ногтей. Ну, как бы тут мне ничего не интересно. Там пустые. Смотрите, вот здесь вот целая туалетная вода целиковая. Ну, туалетную воду заберем. Начнем, как всегда, быстренько обзор. Что тут накопилось? Давайте вот сначала вот здесь вот. Вот такие вот штаны попались. Это у нас Монки, 42 размерчик. Состояние идеальное. Идем дальше. Вот такие вот светлые штаны. Они абсолютно новые. С бирочкой. Это у нас 22 что ли размер. Не знаю. Так, ну в общем как-то так. Выглядит тоже очень даже хорошо. Вот так вот сзади. Так, это по штанам пока все. Здесь у нас, что у нас, медяха. Так, это тоже на сдачу. Вот такой вот пульт был найден. Но он почему-то вот заклеен тут, Panasonic. И выключатель, или розетка. Ну, это, я не знаю, вот крем какой-то тут. Так, ну это я тут, ну это я оставлю, дети, один-один. Это, ну, латунку тут что-то взял, ключи. Куча очков, но это, короче, вот это я все на выброс приготовил тут. Это все не нужно. Далее, геркулесик. Ну, собачки, наверное, пойдет. Это у нас рис, упаковочка. Тоже хорошая вещь. Ботиночки, вот такие вот одни ботиночки. Состояние идеальное. Вот они. Так, размерчик. Размерчик, размерчик. А, где-то я видел. Так, в общем, пока не знаю. Где размерчик? Ну да, ребят, что-то я пока не знаю, где тут размерчик. Ну, кому интересно, потом скажу. Потом вот такие вот ботинки. Ну, они у нас вроде как замшевые, не знаю. И тут тоже размерчик почему-то нету. А, вот они. Да, почему-то здесь тоже нет размера. Ну, вот эти вот ботинки, они, судя по всему, как и вот эти. А, так, сейчас я... Подождите. Где-то я просто... Они были вот вместе с этими ботинками. Это у нас 39-й. Вот такие вот замечательные. Тоже замш. Так, здесь все. Давайте теперь здесь. Флакончик Ласка. Почти целый. Потом вот такой вот. Тоже целенький. Это киска. Монетки там повытаскивал все. Это Кузнецкий мост. Мужской. Целый флакончик. Ну вот. Наушники обычные тут. С обычным штекером. Еще вот пульт соневский, ножичек, ну здесь нет этой. Так, здесь вот такая вот батареечка, кстати, вот от нее зарядничек от этой батарейки. Так, ну да, обычный такой. По этой штуке, вот эта штука здесь, короче, это как они там, GPS трекеры. Вот у этого сломан вход зарядника. Вот этот я включал. Он вроде что-то показывает. Ну, здесь вот что-то лампочки загораются, что-то показывает. Сейчас попробуем. Ну, на зарядку я оставил, он заряжается как бы. Ну, пока вроде не включается. Ну, я так слегка попробовал зарядить.
Так, с этим ладно. Вот эти штуки я так и не знаю, что это. Он что-то даже написано. Вот такие вот две штуки. Здесь вот 220 что-то. Короче, непонятно. Два от мобильничка. Там даже, по-моему, симки стоят. Какая-то китайская хрень. Так, аккумулятор обычный. Невидимки. Ну, тут что-то по бижутерке, монетки. Вот эта вот штука. Забыл, как называется. Что-то я смотрел. Амулет этот. По идее, должен быть серебряный, но пробы тут нету. Цепочечка вот серебряная оказалась. Одна. Значок. Это у нас кинзо что-то. И по тарелкам. Вот такие вот тарелки. Ну, некоторые со сколами тут. Вроде как ГДРовские. И вот такие вот блюдца. Ну, здесь где? Ну, вот видно. Со сколом чуть-чуть. Вот они. Чебурашка, но здесь вот рука что-то отломана. Это у нас курительные трубки. Ну, вот это вот деревянная. Да, вот. Потом еще одна вот такая вот. Вот такие вот фигурки. Так, ну вот эта вот фигурка, она у нас идет. Ну, вон, короче, название тут. Короче, вот такая вот что-то стоит. Книга «Молот ведьм». Вот такая вот кучка очков собралась. Ну, эти я просто отложил. Они вроде более-менее все такие. Оправы нормальные. Так. И здесь две вот такие вот винтажные сумки. Вот одна вот такая. Бархатная типа. Вот она. Название. Название я вам как бы сейчас не покажу. Но вот если вот здесь вот приглядеться. Вот клеймо здесь какое-то кругленькое стоит. То есть оно здесь... А, с другой стороны тоже вот там какое-то клеймо стоит. Я не разобрался там. И вот такая вот еще сумка. Тоже винтажная. Это у нас вот она идет. Так, где она? Вот такая вот. Ну, тоже состояние, как видно, очень даже хорошее. Сейчас попробую внутри глянуть. Так, как она у нас действует. Ну вот, внутри очень даже хорошее состояние. Так, ну все. Сегодня еще покажу, может, что еще попадется. С прошлого видео что-то забыл показать тут. Так, что у нас? А, вот опять вот такая вот кукла. Вроде как ручная работа. Так, потом две вот такие вот. Вроде как наподобие Барби. Но это у нас не Барби. Так, это вот тужурка от нее. Скейт. Ой, здесь колеса нет. Ладно, на мусорку пойдет. Зарядничек. Это бэнк. Какой-то бэнк, короче. А, это у нас советская записная книжечка. Да, вот она 1.30. Вот так, короче, выглядит. Обычная такая. Вот такая вот куколка какая-то. Вот это вот без ножек. Так, вот еще вот такая вот. А, ну это вот оперативочка, судя по всему, 256. Ну, пойдет в общую кучу на сдачу. И пальто я вам забыл показать. Вот такое вот женское пальто, кожаное, белое. Вот она, Savio, размерчик 8XL. Ну, я не знаю, 70-е что ли это. Ну, состояние, как видно, очень даже хорошее.
Но что у нас тут написано? Ну, даже не знаю, что тут написано. Какой-то сайо. Вот он. Все, что написано. Может, тут ничего нету. Ну, отлично такое пальто. Я его, кстати, на Авито уже выставил. Можно там посмотреть. Тут у нас что-то из готовой еды. Вот сосиски с макарошками. Так, мы уже половину съедены. Но все равно вот фасоль. Не знаю, соус какой-то. О, смотрите, сколько тут всего. Это, не знаю. Для меня лично тут ничего нету. Вот такая вот вазочка сейчас попалась. Но она, к сожалению, вот здесь вот скол где-то есть. Вот такой вот он как бы, вот он. Еще и внутрь туда проходит. Но это у нас цветное стекло. Даже не знаю, что это. Ну, в общем, попробую забрать ее. И тут еще чел попался. Вот смотрите, какой чел. Вот такой чел. Кто-то его уже оболванил, обстриг. А может, такой был, хотя навряд ли. Оставляем. Ой. Что-то я уже, ребят, много проехал, вообще ничего не попадается. Вот куртенка, но она вот. Отстирать ее надо. Вот у нас какая-то Йонг. Ну да, вот. Йонг. Ну, ее оставим, нафиг она нужна. Попалась обувка. Так, ну вот эти брать не будем. Так, там что тут еще? Так, вот здесь какие-то. Ну так. Короче, непонятно, что это. Короче, тоже оставим. Так, здесь у нас. Я вон те вот приметил. Те, наверное, возьмем. Вот такие еще. Ну тоже вам видно, подуставшие. Я. Так. Вот пакет еще какой-то, но здесь, скорее всего, ничего нету. Куча бумаги, камушки какие-то, варежки есть. Ну, еще посмотрю, может, там что попадется. Здесь вот токарды лежат, вот такие вот. Но они, как видно, в очень хорошем состоянии. 39-е. Вот такие вот возьмем токарды. Саму коробку брать не буду. Но по ботиночке возьму. Ну, сейчас еще здесь посмотрю, может, что попадется. Попали сейчас с котерки. Ну, вот я не знаю, вот эту вот верхнюю. А, нет, вот она, видно, уже чуть-чуть карваная. Оставим. Не знаю, вот эту тоже оставим. Не знаю, вот это если только возьму. Такая красивая вроде котерка. Ну, не знаю, целая пока не целая, пока возьму. И здесь вот черное постельное белье. Но оно у нас здесь не целое. То есть вот это вот у нас новое, целое. А вот от него, судя по всему, вот от него пододеяльник, по-моему. Но он уже вроде как бэушный. Хотя точно непонятно. Ну да, вот грязноват. Скорее всего, уже бэушный. Поэтому вот это только заберем. А, ну там что-то еще мне попало. Сейчас попозже покажу. Здесь вот попалась новая футболка, носки и трусы. Здесь комплект прям попался. Новенькое все. Это мы заберем. Ну, здесь цвет мед. Латуньки немножко попалось. Потом вот такой кошелек попался. Но оригинал, не оригинал, пока не знаю. Крокодил это не крокодил. Но состояние у него хорошее. Вот он. Ну, дома проверим, как бы. Так-то выглядит хорошо. И еще. Так, ну это у нас уголь для курилки. Ну, его брать не будем. Саму вот эту вот возьму. Вот он, табачок. И вот такая вот туфля еще попалась. Это у нас Благи. Антонио Благи. Какой-то Антонио Благи. Ну, тоже такие заберем. Что. Сейчас вот здесь в контейнере вижу какую-то одежду. Ну, вот одежда тут, по-моему, да. Тут вот. Ну, и там можно посмотреть. Возможно, что-то еще есть. Сейчас глянем, достанем. Ничего дельного тут не оказалось. Ладики там, крем какой-то. Это фитомаска. Чистая линия. Ну, оставим тоже, нафиг она нужна. Как бы ничего нет. Попало немного просрочки. Ну, вот только мешок скрыл.
Сейчас глянем, что тут, кстати, мне черный хлеб нужен. Я что-то взял уже. Что-то мне подсказывает. Ну, кстати, булочки можно взять. Лучок можно взять. Вот тут. Капуста. Не, ну капуста. Что-то баночка вздутая уже. Я вот, смотрите, видите. Нифига. Ну, кстати, вот там вот. Вон, вроде еще один мешок. Вскрыт уже, тоже вижу, хлеб там торчит. Туда тоже долезу. Тоже надо глянуть. Так, еще сладкие булочки. Сдобные, особые. Так, ладно. Вот тут что-то вообще вздутое. Сладких булочек не вижу. Вижу такой зелень. Грибы уже подуставшие. Зелень. Вот, вот такой хлеб, что у меня раз черного нету. Так, опять зелень. О, ну и, короче, надеюсь, грибы и одна зелень. Не знаю, где все остальное. А, вот черный зелень. Вот. Вот. Нагет черный такой себе возьму. Сладких булочек сегодня нету. Вот еще что-то вздутое. А такой салатик можно взять. Ну и петрушечку прихватить. Можно еще это. Так, ладно, ребят. Здесь, похоже, все. Сейчас попробую туда долезть. До того я мешка я добрался. Там вот сейчас не буду показывать, там уже народу много собралось, но я успел. Так, 4 упаковки сосиски все взял. Так, вот она 4-я. Потом я все взял 2 форельки. Но это там больше их не было, поэтому всего 2. И сосиски все забрал. Так, это я вам показывал. Потом вот, ну здесь вот перебрать надо помидорки. 2 штуки взял, там еще были. Вот какие-то такие штучки еще попалось. Ну это бачок с курицы с гречей. 2 штучки. Ну сейчас приду, разогрею, да, поем. На следующий мусорке вот такие вот баночки попались. Ну вот я даже не знаю, возможно это человечатина какая-нибудь, а возможно и тушеночка нормально. Так, а вот это персики. Да, ну персики баночку возьму. А там вот это вот что-то наподобие салатика тоже возьму. Так, вот это что у нас? Так, ну горчица у нас уже вскрыта, поэтому брать не будем. И это я не знаю. Можно попробовать взять. Возможно, даже и ничего. Пришел я домой. Давайте быстренько глянем, что тут из продукта взял. Взял один творожок тут. До 27.03. 4 сосисек. 2 вот этих. Ну, это я сейчас разогрею, попробую одну штучку. Или 2 разогрею. 2 форельки. Кстати, форелька у нас. До какого форелька-то? 19.03. Ну, я думаю, свеженькая еще. Баночку вот эти 3 штучки я все-таки взял на пробу. Ну, сейчас в холодильник их убрать. Потом попробуем. Вот это вот. Лечи. Ну да, наверное, лечо. Хотя, может, и не лечо. Лечо. Ну, пускай лечо будет. Это у нас персики, варенье, скорее всего. Ну, это перебирать сейчас надо. Тут вот один уже пропавший, второй пропавший. Ну, это ладно, переберем. Хлеба немного, зелень. Ну, все, здесь все. Теперь здесь, ну, здесь у нас, как видно, вообще немного. 2 вот таких латунных крана сегодня попались. Вот это вот я из пакета вытащил. Я, ну, честно сказать, я не знаю, что здесь. Картонка еще там внутри. Ну, скорее всего, это пододеяльник. Пока не знаю, что это. Потом развернем, посмотрим. Потому что там что-то одно. Это у нас, ну, липкая лента. Вы поняли. Одежду чистить. Вазочку вот эту я все-таки взял. Ну, здесь вот, если на свет вот так вот посмотреть, вот видно там... Изнутри она как-то слегка побита. Ну, такая вот. Что это, типа вазочки? Цветное стекло? Не знаю. Так, вот у нас скатерть.
Скатерть у нас получается квадратная. Ну, я ее вот на 4 части сложил. Вот такая вот скатерка. Так, убираем скатерку. Так, вот сюда. Здесь у нас что? А, это вот этот комплект мне еще не попался. Вот видно, новые носочки. А, так, что это? А, это у нас труселя новые. HM трусы новые. Прикольно, что такие выкид. А, здесь у нас одни трусы. Я почему-то думал, здесь футболка. Вот вторые HM новые трусы. Так, и вот, ну, третьи обычные семейнички. Тоже неплохо. Далее вот эту вот курилочку одну взял. Да? Ну да, смесь для кальяна, вот она. Оригинальная вроде как. Так. По кошельку я еще пока не разобрался. Вот. Кто вот эту фирму знает, может, скажет. Ну что, выглядит он вполне себе хорошо. Кармашек этот есть. Здесь вот тоже кармашек. Здесь вот даже, сейчас, если на свет так посмотреть, вот отшелушивается вот эта вот штука. А, ну вот, с этой стороны вот видно. Вот отшелушивается. Ну, возможно, даже и натуральная. Ладно, позже глянем по интернету модельку. И две пары чоботов вот такие. Вот они вот такие вот замшевые. Так, Антонио Бладжи. Пока тоже не знаю, не смотрел. Но состояние очень хорошее. Написано 40-й. Ну, что-то... Ну, написано 40. И вторые вот такие вот. Такарди. Вот они. Тоже состояние очень хорошее. Это у нас 39-й. Вот такой вот комплект попался.